There's a legend of a famous matador who went to meet El Toro. Oh, he fought as he had never done before. Есть легенда о знаменитом Матадоре, который вышел на быка. И хоть он был лучше всех, этот бык, Эль Торо, победил его. Ах, сколько было боли! Так Матадор познал позор. And the bitterness that burned deep in his heart caused him to hate El Toro. Говорят, что шрамы эти никогда не затянутся, и в сердце его поселилась горечь. Возненавидел он быка, что принес ему такое разочарование. И Матадор познал позор. When no one was inside, the Matador went to settle the score. И вот однажды темной ночью Матадор решил свести с ним счеты. В пустынном поле, под лунным светом, он искал быка, и они вновь сразились. Утром Матадора нашли умирающего. Он никогда не увидит завтрашний день. И теперь, на том месте, где он лежал, все еще стоит гордый бык Эль Торо. Доброе утро. Хорошо спал? Кажется, какой-то холодный ветерок. Никакого ветерка нет. У меня сегодня прослушивание. Пойдешь со мной? Как экскурсовод, что ли? Клуб Тропикана. Только не говори, что ты не знаешь, что такое Старая Мексика. Может быть, и знаю, но Рауль говорит, это последнее мое прослушивание. Тогда оно должно быть памятным. Я не хочу пойти туда один, Мэгги. Так пойди один. Все равно до воскресенья никаких боев быков нет. Ты знаешь, принцесса, когда ты злишься, ты меня очень напоминаешь самого себя. Нет. Быка, Эль Торо. Ах ты...